Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сорока 7-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде, сообщили в Скотланд-Ярде. Отмечается, что сотрудников полиции пригласили в посольство Эквадора после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище. «Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь». Британское правительство подтвердило это в письменной форме, говорится в заявлении, опубликованном в Твиттере эквадорского президента Ленина Морено. Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии. Глава британского МИД Джереми Хант поблагодарил Морено за этот шаг. С аналогичным заявлением выступил и министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан. Совершенно правильно, что Ассанж ответит перед законом должным образом в Великобритании. Суду решать, что будет дальше, сегодняшние события являются результатом масштабного диалога между двумя странами, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении Данкана. В заявлении WikiLeaks подчеркивается, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища, нарушив международное право. В Кремле, комментируя арест Ассанжа, выразили надежду, что все его права будут соблюдены. Дело Ассанжа. Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице. В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.